Каменная башня, сейчас уже это исторический памятник, была построена в 1880-х годах. Она служила для того, чтобы была возможность снабжать железнодорожные мастерские водой. А рядом с ней остались корпуса заводов, которые были здесь в то время. Это один из корпусов механического Екатеринбургского завода. А сейчас здесь, в историческом месте, музей архитектуры и дизайна. Именно здесь проходит выставка картин, графики Алексея Рыжкова «Город во времени». Я очень Екатеринбург люблю, но все-таки я вижу, что очень похож на Владимир. Все обрадовались, стекет сняли, охранять перестали, его снимали. Да, потом снег окрашенный краской. Я сделал такую работу, и она мне показалась очень скучной. А я не то чтобы ленивый, но мне жалко всегда работы, которую я сделал, а она не приняла результат. Я думаю, пусть повисит в мастерской, а там посмотрим, что с ней делать. И вдруг я однажды увидел бабочку, и я то, что увидел, вот, взял белый мелочек и нарисовал. Но это же воображаемое, да, перспектива? Нет, единственное, а где там лестница такая? Там с обратной стороны. Нет, это... Это же на Карла Рюкс. Thank you.
рассказывал про эту ткань, он за ним ухаживает, сажает там цветочки в Рериховском обществе. И я нарисовал эту штучку в честь Толлера Петра. Ему подарил ксерокопию. Это вот здесь вот мост на Куйбышева через сеть. А там цирк дальше. Это вот речка. Вот мост, на котором Дельфин сейчас нарисован. Там играет. Пантыгин, что ли, организатор сам, этого театра? И художественный руководитель. Он еще, знаете, на площадке, где студенты театра и на филармонии. Да. Он там, такой, на стене. Мне уже попасть сюда. А вот Букашка. Да, со своей дорогой. На мусорках. Да. В мультике он рисует. Тут со мной случилась смешная вещь. Вот эту трубу очень много у меня рисовали. Видите, когда в художественной школе работал, там ржавая отставная труба у нас в художественной школе, ну, включили ее. И я ее стал рисовать по памяти, и у меня получился результат. Я такого не знаю, что тоже в тему, но трубой я все-таки рисовал.
фасады домов даже бывают иногда довезительные человеческие лица. Последние годы все стало очень откровенно. Бедность, богатство, торговля, праздники, стрельба на улицах. Очень Екатеринбург люблю, но все-таки я вижу, что очень похож на Екатеринбург.